Слава Богу. На ходу. Толкнуть не закрыл. Опять на этой. Взорвался. Опять на этой. Берут. Просто тоже с мостом. Готов. Момент должен быть взрывать. Расслабленный полностью, да? Взрыв. Да, взорвать. Опять. Расслабление все полностью. Взрыв. Момент взрыва. Раз. 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 Два. Три. Поехали. Так, хорошо. Так, и вертолетик, так называемый вокруг. Здесь самое сложное. Нам надо сделать раз, два. Два шага. Начинаем. Правильно. Смотрите. Начинаем. Раз шагнули. И два. То есть нам надо развернуться на 360 градусов. Другая ножка. Левая. Правая. И развернули сюда. То есть кружок. Мы шагнули. Какой ножкой согнули? Шагнули, только вот эту точку ударили. Второй шаг. Второй. Оп. Все просто. Вы же говорили, что там какая-то змея. Ну, пока не змея. Другая самая, да? Два. Ну да, я помню, что это защита, потому что атакой заходим, а это защита с атакой. Здесь очень аккуратно делайте. Самое интересное, это делается в прыжке. То есть, раз. Раз. То есть в полете надо два удара вот таком делать. Вот. Защита. Мягко отрабатывается, ребят. Никакой силы прикладывать не надо. Это просто упражнение. Серьезно, все просто, как по воздуху били удар, так и по мишеням. То есть, поначалу, Давид, вам сильно не надо. Ну, больше по ходу нужно чуть посильнее, да? Сначала вот мы нацеливаемся, да? Нашли атаку и корпус изметаем позицию. Покажем, да. Второй вариант, этот мульти будет сложно делать. По 45 градусов. Вообще, покручиваешь ножки, стопы,
Поздно целиком. Ссылка на синхрон стараемся делать. Мы все получаем удар, и сразу становится сильнее.